Вот уже несколько дней брещане в недоумении. На остановке общественного транспорта МОПРа по направлению движения к центру города ведутся активные ремонтные работы. Автобусы и троллейбусы благополучно проезжают мимо. Где сесть на транспорт, как долго это продлится, а главное, зачем затеяли ремонт? С этими волнующими жителей вопросами мы обратились к представителям Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Одной из самых серьезных проблем в эксплуатации дорожных покрытий является появление колейности на остановочных пунктах. Просто замены асфальтобетонного покрытия проблема решается только частично. То есть все равно через несколько лет данная колейность появляется, и способов борьбы с колейностью на асфальтобетонном покрытии как бы таких нету. Поэтому впервые как бы в Бресте в рамках эксперимента было решено на проспекте Машерова сделать 6 остановочных пунктов с колотой гранитной плитки и гранитного бордюра. В принципе, технология такая же будет применяться, как и при бетонной плитке, но в данном случае мы еще чуть-чуть хотим увеличить бетонную плиту. Специалисты ДЭПа надеются, что это позволит увеличить срок службы покрытия и минимизировать неудобства, связанные с образующейся колейностью дорожного покрытия для автотранспорта, такие как износ покрышек, рулевого управления и всех деталей подвески. Брестским горисполкомом было принято решение произвести замену именно на эту плитку. В принципе, откуда решили, почему гранитную? Потому что была делегация наша в Гомеле, и там уже несколько лет как бы это применяется. Решили попробовать мы и у себя это сделать. Работы ведутся за счет средств Республиканского дорожного фонда. Всего на выделенные средства, начиная со 2 августа, планируется заменить дорожное покрытие на 6 остановочных пунктах по проспекту Машерова. Ремонтные работы на каждом из них будут проходить в период 2-недельного срока. Это необходимо для создания подушки из бетона, которая требует времени для набора прочности. Для удобства водителей и пассажиров работы будут вестись последовательно. На этот срок посадка-высадка пассажиров, равно как и остановка транспорта на объектах, где ведутся ремонтные работы, запрещена. Пассажирам для посадки на общественный транспорт необходимо будет прогуляться до ближайшей остановки и учитывать данное обстоятельство при планировании личного времени. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.